Привет, друзья! Сегодня я хочу предложить вам 4, на мой взгляд, полезные идеи. Первое – это очень простая и в то же время полезная штука из пластиковых труб. Эта приспособа очень удобна для мелкого ремонта. Покраски, побелки или шпаклевки, к примеру. Когда работаешь, особенно на стремянке или лесах, всегда возникает вопрос, куда деть емкость с краской. Поставить ее себе под ноги, придется всегда нагибаться. И есть опасность зацепить и опрокинуть ее. Ну а так, по-моему, вполне удобно.
Простая и в то же время полезная направляющая для фрез по дереву. Не всегда есть возможность зафиксировать заготовку в тисках. И чтобы не пришлось проводить различные действия с заготовкой, как говорится, на руках, можно воспользоваться струбциной. А для удобства работы как раз таки и предназначена эта съемная ручка.
Удобная простая подставка. Держатель для больших и не очень листов различных материалов. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.